Если ты хочешь зарабатывать 1 миллион долларов в месяц, поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Алплей. Добро пожаловать на мой канал. Мы с вами продолжаем играть в мобильные игрушки. Первая игра на сегодня будет Draft to Smash. И здесь мы с вами добрались уже до 18 уровня. Нам нужно, ребят, уничтожать вот эти вот яйца, разбивать их, после чего уровень у нас будет пройден. Кстати, кто хочет из вас попасть в следующий ролик, пускай напишет как можно больше комментариев. Чем больше комментариев напишешь именно ты, тем больше вероятность, что именно ты попадешь в следующий выпуск. Здесь у нас уже есть яйца желтые, которые нужно разбить, и белые яйца маленькие. Их мы с вами должны сохранить, их мы с вами ни в коем случае не должны тронуть. Так, ну, будет уже потихонечку посложнее, да, с каждым новым уровнем у нас сложность увеличивается, но это яйцо у нас не разбито, поэтому уровень пройден. Здесь у нас опять три желтых яйца, одно белое. Сейчас попробуем мы так вот быстренько, ба-бам, уничтожить их. Круто. Пока справляемся, следующая задача, здесь нам нужно как-то, наверное, сдвинуть вот это вот просто колесико. Давайте сейчас большой круг нарисуем. Отлично, колесики упали, разбили яйца, а эти яйца у нас, в принципе, целости и сохранности. Теперь нам нужно, наверное, вот так вот подтолкнуть. Отличненько, тоже справились с поставленной задачей. Здесь у нас уровень 25, нам нужно разбить два желтых яйца. Давайте нарисуем круг. Ба-бам. Ба-бам, два круга разбито и уровень пройден. Так, ну здесь совсем просто. Просто уничтожаем одно яйцо, два у нас сохранилось. Следующая миссия, 27-я. Здесь нам нужно прямо уничтожить 10 яиц. Давайте блок нарисуем. Почему блок? Чтобы он не переворачивался. И сейчас он просто дойдет до низу и всех их разобьет. Так, следующая миссия. Здесь нам нужно круг нарисовать, походу. И... Да или нет? Да, все яйца разбиты. Кстати, довольно интересная миссия была, но тем не менее прошли. Здесь мы с вами давайте чуть-чуть вот так вот нарисуем три кружочка маленьких. Отлично. А здесь у нас новая миссия. У нас тут подвижные блоки появились. Сейчас мы разобьем тоже еще одно яйцо. Круто. Пока все у нас хорошо получается, уже до 30 уровня я дошел. И пока все делаю правильно. Ну и давайте, ребят, наверное, мы с вами еще несколько левел пройдем. Давайте еще три. Этот и еще два. И приступим к следующей игре. Здесь думаю, что все просто будет. Или нет? Да, все просто. Засчитали нам этот уровень. Ну и последний левел на сегодня. Здесь нам нужно что-то вот наподобие вот такого нарисовать. Раз, два, тоже уровень пройден. Круто. Окей, ребят, погнали дальше. Следующая наша игрушка будет Grimace Story. Так, ребят, начинаем мы с вами с самого первого уровня. Нам нужно спасти нашего маленького шейка розового. Выбираем мы с вами черного или шоколадку. Давайте черного возьмем. Он нам не нужен. О, да, этот чувак загнулся. Монстр загнулся, на шейк спасен. Круто. Так, двигаемся дальше. Сейчас следующий уровень у нас будет. Здесь нам нужно яблоко как-то сорвать. Ай-яй-яй. О, нет. Все падают, никто не может перепрыгнуть. Как же нам перепрыгнуть? Давайте мы с вами какашками яму эту заполним. И да, походу, все сделали опять правильно. Круто. Опять еще один уровень у нас пройден. Двигаемся дальше. Следующая миссия у нас будет уже третья. Че тут? Тут нам нужно как-то вырваться, походу, нашему шейку. А как это сделать? Походу я знаю как, ребят. Походу я знаю, как отсюда нужно выбраться. Вот он и выбрался. Интересно, если бы мы с вами выбрали молнию, что бы произошло? Кто-то молнией бы, наверное, у кого-то молния бы ударила, наверное. Так, у нас тут монстр, нам нужно его как-то уничтожить. Граната или кот? Давайте кота бросим, что будет. А, кот с динамитом у нас. Сейчас он съест кота и походу взорвется, да? Бабах! Все, трындец тебе, чувак. А гранат он бы не съел? Отлично, еще один уровень мы с вами проходим. Давайте еще один левел пройдем, пятый, чтобы закрепить уже результат. Так, тут у нас какой-то земляной червь, и нам нужно либо стрельнуть его, либо приручить. А давайте сопилку эту возьмем. Сейчас он уснет, походу, и мы просто-напросто уберемся.
Все, да, он уснул, и наши герои в целости и сохранности. Окей, ребят, здесь мы с вами прошли уже 5 уровней. Я думаю, что, в принципе, для начала этого хватит. Давайте приступать к следующей игре, и это у нас будет TV Man. В прошлый раз я купил себе новый скинчик здесь. У нас тут есть, видите, возможность эти скины покупать. Новый скин стоит 1000 монеток, у меня пока что только 500. Так что давайте сыграем за этот, 13 уровень. И нам тут нужно... Ай, что такое, мы проиграли. Нам тут нужно уничтожить все скибди-туалеты, но тут у нас есть какой-то босс. Ребят, возможно, его нужно в спину ударить. Давайте попробуем. Раз, два, три. Да, его нужно было просто-напросто в спину ударить, и все, и он погибает. Так, а тут что у нас? Привет. Бьем? Да, отлично, ударили. Здесь мы с вами разбиваем, двигаемся пониже. И еще ниже. Еще 3 скибди-туалета тут у нас есть. Еще 2 осталось. 1. И вот в самом низу, видите, еще один остался. Я думаю, что мы сейчас справимся с ним. Это последний скибди-туалет. Если мы его сейчас уничтожаем, то миссия у нас будет выиграна. Да, ребят, мы его с вами уничтожили. Сколько мы денег зарабатываем? Походу 50 монеток, и того у нас уже 550 монеток есть. Окей, погнали. Следующий уровень у нас 14. Тут у нас уже босс. Опять погибли. Походу нужно убегать от этого босса. Что он делает? А, он просто сам взрывается, нам ничего не нужно было делать, как бы. Сейчас кнопку я какую-то еще нажал, не знаю, что она делает, но что-то делает. Что-то она выключила, походу, сейчас узнаем, что. А, вот, тут у нас еще какой-то огонь. Походу, вот этот вот огонь она как-то деактивировала. Или что-то вроде того. Так, остался, походу, у нас тут один туалет. На, есть, ребят, мы с вами всех завалили опять. Еще один уровень прошли, погнали дальше, следующая миссия. Здесь нам нужно быстренько убегать. Пока не загорелся вот этот вот лазер. Так, окей, убежали. Получай. Получай второй. Тут у нас какой-то блок. И опять огонь. Ребят, нам нужно как-то стараться обойти этот огонь. И добить последнего среди туалета. Друзья, мы с вами опять все сделали правильно. Еще один уровень у нас оказывается тоже пройден. Нам предлагают новый скин за просмотр рекламы, но я куплю его за деньги. Чуть-чуточку попозже. Следующий уровень 16. Здесь у нас будет уже 6 скибди туалетов. Первый. Давайте вниз пройдем, посмотрим, кто тут у нас будет. 1, 2, 3. И есть у нас тут еще какой-то босс. Такой же самый, как и самый первый, да? Нам нужно его... Нам нужно его сверху, наверное, так вот бить. Раз, два, три. И осталось 2 скибди-туалета противных. Осторожно, главное нам на шипы не попасть. И здесь вот их уничтожить. 1, получай. И со спины 2, потому что у него щит. И 2 тоже добили. Круто, 16 левел тоже... У нас пройден, еще мы с вами заработали 50 монеток. Окей, погнали дальше. Лайзермен, следующая игра. Так, ребятки, что тут у нас по героям? Все герои за деньги, за рекламу смотрим, так что играем за нашего основного героя. Нам нужно так направить лазер, чтобы уничтожить вот этого чувака. Давайте мы сейчас с вами это и сделаем. Голова у него лопнула, и уровень у нас пройден. Окей, погнали, следующая миссия. Здесь нам нужно разрезать уже вот этот вот блок, видите? Только нам его как-то так нужно разрезать, чтобы он сюда не упал вниз. Есть, следующая миссия. Здесь нам нужно просто, походу, уничтожить этого чувачка. И все. Да, и все. Отлично, следующая миссия. Здесь у нас появилась какая-то фентиклюшечка уже. Что она делает? А, ребята, она выпускает 2 лазера. Кто-то. У нас новые приспособления тут нарисовались. А тут сколько будет лазеров? Тут уже будет их 4. Прикольная игруха. Так, тут нам нужно взорвать вот этот вот блок. Вернее, не блок, а бочку. А нет, мы с вами просто этого чувачка уничтожили, даже бочку не тронули. И у нас будет миссия с боссом. В прошлый раз, когда мы играли, у босса было 3 здоровья. Здесь, наверное, у него тоже будет 3 здоровья. Сейчас попробуем мы его с вами ударить 2 раз. И будет где-то уже 3 раз. На... Надеюсь, 3 жизни у него. Да, ребят, у него 3 жизни, которые мы у него забрали. Окей, погнали дальше. Следующая миссия. Уничтожили нашу жертву потенциальную. Тут опять 2 жертва тоже уничтожена. Благодаря вот этим вот стеклам мы с вами тоже меняем угол. А здесь нам нужно разбить вот эту бочку. Все, что нужно сделать,
это нагреть ее, и все, она взорвалась. Погнали, следующее место. Здесь у нас, видите, опять у чувака щит. А как нам его побить-то? Под углом как-то нужно его, наверное... Видите, щит его как бы защищает. А как же нам нанести удар ему в спину? Постараться. А, вот-вот-вот. Почти-почти, ребятки, почти. Еще чуток. И голова разбита. Нам нужно было сзади его как бы ударить. Окей, следующий уровень. Теперь нам нужно тентах вот эту подбить. Бабам! Все три чувачка погибли у нас. И продвигаемся дальше. Давайте, ребят, еще один уровень мы с вами пройдем. В этой игрухе. И... Отлично, мы его прошли. Окей, погнали дальше. Следующая наша игра будет уже... Ну, давайте сыграем Camera Clash. Это у нас, ребятки, наверное, один из самых прикольных мерджей, где у нас есть скибиди, туалеты и камерамены. Давайте сперва мы с вами создадим новый скин. Это скин у нас уже 6 уровня. И на те деньги, которые у нас есть, еще купим несколько скинчиков и попробуем их вот так вот соединить, чтобы они приносили нам деньги. Отлично. Еще чуток у нас тут осталось деньжат. Еще давайте несколько мы с вами прикупим наших камераменов. Итого, ребят, вот у нас такая довольно неплохая компания получилась. Окей, погнали. Так, 8 уровень у нас. Нам нужно уничтожить всех, кто будет тут выходить к нам. Этот наш новый скинчик наносит какую-то прям волну. Ударная волна. В конце этого уровня у нас будет босс. И нам нужно этого босса будет уничтожить. О, первый раз по мне попали. И вот у нас босс. Кстати, у нас здоровье не восполняется. То есть можно полечить нашего героя, но когда мы переходим с вами к следующему уровню, то здоровье у него полностью не восполняется. Мы будем играть с вот этим вот уже здоровьем и дальше. Ну, если мы с вами только новый скин создадим. Тут у нас, правда, миссия, он еще несколько есть выполненных, это прикольно. Давайте создадим еще несколько скинов. И попробуем их тоже соединить. Вуаля, вот такие вот у нас, ребятки, есть герой. Окей, давайте еще один уровень попробуем пройти за этого нашего героя-камерамена. Это даже не камерамен, это колонка-мен. Динамика-мен, наверное, или динамен, как-то так он, наверное, правильно называется. Потому что у него вместо головы колонка. Так, еще сейчас нанесем повреждение. В этом уровне у нас уже босса не будет. Нам нужно просто-напросто всех уничтожить. И давай быстрее, быстрее. Вот у нас будет финальное сражение. Да, вот пошли, ребята, эти вот противные скибиди-туалеты. Они сдалека стреляют. О, половину здоровья практически у меня уже забрали. И мы с вами выиграли. Этот уровень у нас тоже пройден. Ну что ж, давайте создадим новый скин. Это будет у нас скин уже нового 7 уровня. Это будет вот такая вот девушка. Ну и попробуем сыграть за нее, что она делает. Она стреляет, походу, типа излучениями. Что-то наподобие, ребята, как солнце. Ай-яй-яй, TV Mansion наша. Прикольно. Она, получается, спектром его бьет. Их бьет, вернее, да? Эти вот скибиди-туалеты. Прям целую кучу их уничтожает. Все, кто тут подходит напрямую, все тут же и погибают. Круто, это будет у нас последнее сражение. Если мы с вами выиграем, то уровень у нас будет пройден. И чуток еще осталось, совсем немножко. И, ребятки, да, 10 уровень у нас пройден, и 148 тысяч за этот уровень мы с вами заработали. Окей, погнали дальше, School Escape. Так, здесь мы с вами становились аж на 7 уровне. Здесь у нас будет уже 2 мести. И нам нужно как-то убежать от них, нам нужно выбраться. Вот тут у нас есть дверь, через которую нужно выбраться, что мы с вами как раз-таки и сделали. Окей, погнали дальше, следующая миссия. Здесь нам нужно в шкаф, наверное, залезть уже. Давай залазим в шкаф. Переждем, пока мести развернется, пойдет назад. И с этого шкафа потом можно будет вылезть. Кстати, тут у нас есть перчатка. Мы с вами превращаемся в что-то наподобие Халка. Разбиваем стену. И пробираемся дальше. Выходим? Да, ребятки, вышли. Отлично. Следующая миссия. Опять две мести у нас. Тут, наверное, мы сейчас с вами какую-то ловушку установим. Вот здесь вот у нас будет первая ловушка. Это что такое? Банан. Значит, подождем, пока одна мести сюда зайдет и упадет. Потом можно пройти будет... Пройти можно будет дальше. Быстро бегом, бегом, бежим. Так, теперь нам нужно в этот шкаф залезть. А, нет, нас поймали. Да, печально. Нужно немножко, ребятки, это все делать не так быстро. Потому что я все старался побыстрее сделать и... Нас поймали. Нужно дождаться, пока Мести выйдет.
и потом залезть в этот шкаф. Сейчас это упадет опять одно. Падает. Одну мы с вами нейтрализовали. Сейчас она, наверное, выйдет. И потом аж можно будет зайти. Так. Ну, давайте залазим. Ну, что ж ты будешь делать? Ну, уже быстрее. Залазим в этот шкаф. Сейчас она развернется, пойдет опять вниз, но нас, походу, уже не найдет. Давай, иди вниз. Все, ребятки, на эти двери вышла. Мы с вами выбегаем со шкафа и убираемся отсюда. Побыстрее, чтобы нас никто не поймал. Окей, следующий уровень у нас будет 10-й. Опять здесь у нас две мести. Вниз нам нужно пройти. Тут, походу, какая-то ловушка будет. Да, вот сейчас мы с вами эту ловушку. Давайте вот здесь вот. Нет. Сейчас она опять пойдет вверх. Чуть нас не поймала. Нам нужно эту ловушку установить, пока мести нас не видит. Окей, ловушку мы с вами установили. Давайте сейчас просто переждем. Сейчас ее молния шарахнет. Вау. Все, трындец ей. И теперь нам нужно просто подождать, пока вот эта верхняя мести пойдет влево и, соответственно, выбраться. И мы с вами убежали. Окей, ребятки, круто. Погнали дальше. Следующая игрушка у нас будет Find the Alien. Здесь у нас уже 61 уровень. Довольно долго я в нее играю. Сейчас будем ловить инопланетян. Это у нас не инопланетянин. Девушка у нас не инопланетянша, значит, где-то у нас... А, вот, ребятки, чучело. Ха-ха-ха. Попалась. Хотел от нас убежать, но ничего не получилось. Окей, погнали. Следующая игрушка. Следующая миссия. Тут у нас две тарелки, походу, летающие. Ну вот, я одну уже нашел. Это у нас чайка была, да? Ага, и вот вторая, она просто присела. Да, две чайки мы с вами вырубили. Следующее место, тут у нас поле какое-то с подсолнухами. И что в этом поле будут? Походу, тут инопланетяне будут. Вон, я вижу уже одного. Девушка у нас инопланетянша. И вон там вот парень побежал. Вот он. Я достану, да, я его тоже достал через подсолнухи и уничтожил, окей. Так, ребят, погнали еще одну миссию попробуем пройти. Здесь у нас будет сколько инопланетян? Три уже. Вот первая тарелка. И вот этот чувак. Так, это инопланетянин? Нет, это тоже нет. А здесь вот он у нас, последний, третий инопланетянин, которого мы и вычислили. Сейчас тут еще водичка какая-то с лодки прет. Уровень у нас будет 65-й. Давайте его тоже попробуем уже пройти. Два инопланетянина. Вот один. Вон второй. Один, второй. Сейчас я его шарахну. Отойди. На. И вон там вот второй, да? Да, вот это второй. Чувак, отойди, не мешай. И вот второй. Круто, мы с вами опять их вычислили. Окей, ребят, погнали дальше. Следующая, последняя игра. Toilet Fight. Есть у меня 200 монеток местных. 200 местных кукол Вуду. Давайте прокачаем немножко здоровья. У меня уже 5 уровня урон. И вот 40 единиц здоровья. Так, погнали. Раз, два, три. Давай. Раз, два, три. И наносим урон. А-а-а, бьем. Так, отлично, побили. Щит. Ждем, пока нам нанесут урон. И потом сами наносим. Есть, 25 единиц здоровья у нас осталось. И вот у нас будет битва с боссом. Давайте подождем, пока он ударит. Раз. Раз, два, три. Пять ждем, ребятки. Раз, два. Ну, это не босс, это какой-то прям очень маленький и очень хиленький босс, но тем не менее мы его уничтожили. Так, следующий уровень. Тут у нас что будет? Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Тут периодически, видите, нужно наносить урон, и периодически нужно зажимать щит. На. На, отлично. А, ребятки, тут прям целое полчища напало. Сейчас попробуем еще этот уровень пройти тоже. Будет у нас тут босс? Да, и вот у нас босс! 36 единиц здоровья. Раз, два, три, четыре. Так мы будем наносить 4 удара, и потом в защиту. Или 3. Да, наверное, все-таки 3. Раз, два, три, потому что он очень быстрый. Раз, два, три, и в защиту. Раз, два, три, и в защиту. Таким вот образом мы сейчас с вами его уничтожим.
Много, правда, плохо видно. И последние несколько капель жизни мы у него с вами забираем. Ну что, ребятки, очередная у нас победа.